Йоу, what's up, хомс, добро пожаловать на новое видео по My Team. Давно я не делал My Team, PlayStation у меня больше, ну, я ним больше не пользуюсь, у меня Xbox, поэтому это значит новый аккаунт My Team. И 95 Ray Allen, это тоже мне выпал как после локер-кода, что мне, в принципе, повезло с этим, потому что там были или паки, или Ray Allen. И, в принципе, этот Ray Allen будет дикий, и я думаю, у нас будет на скамеечку. Но сегодня я хотел открыть паки, остался один день этой дичи, поэтому я думаю, сегодня мы все откроем. О, мать моя женщина, но мы хотим лучших игроков, поэтому дайте мне, пожалуйста, Степу Карри. Тут что-то есть. Есть. Погнали. Зак Лавин. Крис Вебер. Мон, пожалуйста, дайте мне что-то годное. Годное, пригодное, плиз. Тим Леджер. И Руди... Fuck six, man. Оу, Джо Ингл, ноу. Интернешнл, Макси Клибер. Под веб. Стив Нэш, окей. Тони Парк. Тони Паркер. Окей, паки пошли немного не по плану. Ладно, окей, они, ну, немного не то, что, конечно, я хотел. Окей, походу у меня состав будет такой. Стив Нэш, Тони Паркер, Реалинг, Макси Клибер, Крис Вебер. Крис Вебер. Что себя Крис Вебер представляет, мне интересно. 75-3, ну такой более неплохой центр. Получается 80 блок. Йоу, центр неплохой. Мне нравится Крис Вебер. Крис Вебер был хорошим игроком. Со скамейки у меня Зак, Джо Инглс. Окей, у меня нет центра с запаса. What's up? Я вижу Эндрю Уиггинса, вижу Зака Лавинушку. Ну окей, давайте попробуем. Ну, я думаю, тип будет херачить. Вукуан. Я тебе не дам пройти. Стив Нэш, защита 99. Отвечаю. Уиггинса тоже защищаем. Смотри. Defense wins championships. Что это за биг бой? Ты против Криса Вебера куда погнал? А? Ты куда? Ладно, сюда. Эй! Тони Паркер в защите! Зак Лавин 3. Фак. Йоу, я не играл в My Team уже миллион лет. Отвечаю. А, окей, спасибо. Он в зоне стоит. Ray Allen, perfect release. Погнали сразу. Йоу, это первая игра в My Team, которую я... Я сейчас бросил, и вроде игра вообще не тяжело ощущалась. Поэтому мне такие прикольдесы очень даже нравятся. Стив Нэш в защите играет. Камон, смотри. Стив Нэш в защите играет как чемп. Я вижу всех. Крис Вебер. Верни. Макси. Макси Клиба решает, смотри. Окей, стоп. Все разошлись, хера. Тони! Щит. Окей, попал. Огонь. Блин, Тони Паркером бросать, конечно, не прикольно. Я вообще даже не знаю никого релизы, поэтому что есть, то есть. Будем бросать, короче, так. Будем делать, что есть, то есть. О! Стив Нэш. Тренером Бруклина разрываю, типа. Джо Инглс. Спасибо. Десма. Бой! Уу! Болл мувмент. Хей. Джо Инглс, perfect release, come on. Видели, я как Сан Антонио Спёрс 2014 мяч у меня ходит, вообще нормально. Инглс 3, с угла. It's my boy, the buckets. Нормально, хоть где-то у меня в 2K ровно игра идет, а то, блин, в MyPlayer играешь, вообще, блин, бред полнейший. Ray Allen открыт в углу. Perfect release. Come on. Мы лидируем уже два. Хорошо. Я буду тут, если что, смотреть за ними. Full court press. Макси. Это смопой, Макси Клиба. А, Крис Вебер, сори. Макси. С угла. Три. Это смопой. Смобой, Макси Клиба! Макси! Открыт! Йоу, если мобой открыт, тогда мы поливаем, не они. Макси зачем стал открытым? Не они. Макси еще раз! Братан забывает за Макси Клибера каждый раз, а мой немецкий братан вытягивает и па! Потому что я не хочу, чтобы меня оставляли открытых типов. Макси Клибера. У Макси Клибера тейковер, камон.
Макси Клибера, ты ковер, и мы, у нас тут пати. Пати на хате. Макси. Ты ковер. И я думал, сейчас из-за тейковера оно так сплэш, сплэкак, сплэкакакакакакакакак. Я так и знал. Хей, гарм. 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 Хорошо, ротейша, 3 дефенс, wins championships. Для сором с... Стиви. Стив Нэш летает просто, что дурной. Открытый еще раз, Рояль. Блять, Рояль меня подводит. Я вообще не мог релиз не мог попасть. Мать моя женщина. Я там, Макси. Макси в защите. Блядь, подборы, блядь, мать, бля, мне надо дефенсив, блядь, Player of the Year какой-то. Крис Уэббер. Ууу, Крис Уэббер 75-3, но ему похер. Камон. Клатч. Клатч, Крис Уэббер. Клатч. Окей, может быть, не клатч, это будет. Камон, камона, 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 камона. Блядь, не клатч. Уж это Стив Нэш медленноватый, капец. Окей, фол. Бля, херово, что фол, если честно. Дэммит. Стив Нэш, куда ты побежал, ты идиот? Вот это ты, Деган, отвечаю. Мне надо новый point guard. Срочно. Вау, я там тоже был. Fuck you. Окей, надо, мне надо тут по-быстрому все. Фик. Стив Нэш! Перфект релиз, Стив Нэш! Камон! Камон, Стив! Стив Нэш в защите! Камон, Стив! Тренер Бруклин Нетс! Макси Клибер в угол! Максимка! Максим, камон! Фак, я видел эту дичь. Окей, фол, фол, Макс фалит, молодец, Макс. Фол я еще возьму, Макс, хорош. Ничего страшного, пускай два штрафных бросает. Это лучше, чем он просто, блядь. Мы ведем 2, осталось 40 секунд. Bullshit. Максим открыт. Бля, я думал, он на Максима выйдет. Максим, нет. Максим, что угодно, только нет, не это. 25 секунд, 78-78. Я в шоке, блядь. Это Андре Барняни в конце, блядь, меня порешал. Я в ахере, блядь. Просто я в шоке. Что за пас, блядь, я в шоке. Бросай, блядь. О, не засчитали! Не засчитали эту дичь, он не успел. Come on. Defense wins championships, пацаны. Макси? Макс. Максон. Смабой. Бля, я бы не отказался от этого, от этого Эндрю Уиггинса, если честно. Тони! Еее! Паркер! Наш мяч, камон! Стив, 3, камон, Стив. Максим! Максим на Тони Паркера! Fuck yeah, Тони Паркер! Опять я, блядь, не могу... Надо научиться, братой, перфект релизы бросать.
И опять я на постер подлезу. Тони! Перфект релиз! Он забыл, что Тони Паркер там находится. Окей, я сфалил, ничего страшного. Я возьму фол. Я фолов, если что, не боюсь лишних. Ну, блядь, Стив Нэш, конечно, сдыхает. Это, блядь, жопа, конечно, быстро. Нихера себе, он так издалека этим бросил. Я сейчас в шоках. Зачем я бросил Стивом Нэшем? Фак! Стив, come on. Стив Нэш! Стив Нэш! Нема, 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 нема. Ты можешь барняни своего засунуть, знаешь куда? Камон! Камон! Камон, клатч дефенс. Крис Вебер в конце затащил. О-о. Бля, он успел тайм-аут взять, не гони. Не гони, если я сейчас проиграю, это будет такой пиздец. Хорош! Хорош! Тони Паркер на победу делает перехват. Let's go, плюс 2 победа. Йоу, это было нормально, мне понравилось бегать в эту дичь. Несмотря на то, что, блядь, хер его знает, как оно в защите играется. Ну, типа, что поделаешь, нормально. И он ушел еще, по красоте. Спасибо, братан. Йоу, это было все на сегодняшний выпуск NBA 2. О, у нас 3 карты, Age of Heroes. Come on, что ты мне... Это новый тир, Pack Market. Давайте мне пак. 3 карточки, ну это будет говно, я уверен. Я уверен, это будет кал. Да, это 3 серебряные, да? Да. И ждите выпуски по FIFA, потому что там скоро выходит новая промо в FIFA. Я хочу, короче, с вами начать снимать Ultimate Team там. Да, на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Я вижу вас в следующем выпуске. Увидимся. Покеда, хомис.